Всем привет, друзья и подписчики канала в своем доме. У нас на канале уже 10 подписчиков. Во-первых, хочу сказать всем спасибо, кто подписался, кто смотрит мои видеоролики и оставляет комментарии с какими-то вопросами, рекомендациями и так далее. В этом видео я хочу поделиться итогами 2019 года, что было сделано в направлении переезда в Краснодарский край и строительства своего дома, а также рассказать о концепции развития канала, что я здесь хочу снимать, что показывать и о чем дальше будут видеоролики. А в этом году мы закончили второй шаг в нашем плане по переезду в Краснодарский край. То есть первым шагом у нас было определиться с городом, в котором мы хотим жить в Краснодарском крае. Мы рассматривали Краснодар и побережье. Это Анапа, Геленджик и Сочи. Вот четыре таких более-менее крупных развитых города. И в итоге мы определились с тем, что будем жить в Краснодаре. В 2018 году мы приехали в Краснодар и нашли здесь, купили квартиру в строящемся доме. В ноябре 2018 года эту квартиру уже сдали, немного раньше, чем было планировано. Вот, мы получили ключи, и в 2019 мы полностью занимались уже ремонтом и обустройством квартиры для комфортного проживания. И сейчас на третьем этапе у нас задача найти место для покупки земли, на которой мы будем строить дом для постоянного проживания и для развития наших проектов. Если вы смотрели предыдущее видео, то мы делали уже две вылазки. Мы объехали Майкопский район, Апшеронский район и Туапсинский район. Это станица Даховская, Хамышки, Каменномостский. В Майкопе поездили немного, потом сам город Апшеронск, мы не ездили в Мизмай, в район Мизмая. Ну, там, думаю, то же самое, что и в районе Даховской, ну, тоже далековато. Мы проехали Хадыженск, нам рекомендовали город Хадыженск, и от Хадыженска проехали до Туапсе, вот эту всю дорогу посмотрели, там поднимались через перевал, простояли очень долго в пробке. Еще оказывается, что от Хадыженска до моря, я думал, ближе, но на самом деле тоже далеко. Вот, и мы это, получается, отмели этот вариант. Будем все-таки искать где-то поближе к городу, к Краснодару. И уже в следующем году поедем в Северский район. Это получается от Краснодара в сторону моря. Вот думаю, где-то там, это предгорье, земли более-менее подходящие для развития сельского хозяйства, если что-то будем развивать там в сельском хозяйстве, потому что идей для развития проектов очень много. Вот, проедем в Северский район. Если там ничего не найдем, то уже не знаю, что искать. Вообще мы как бы ищем какое-то развивающееся поселение. Ну, желательно, чтобы уже было какой-то поселок, где люди как-то коммуницируют друг с другом, а не просто там каждый сам за себя, как вот мы сейчас объехали и ничего такого адекватного не нашли. Как бы все, каждый там... Ну, у кого какой кусок земли, все что-то там строят, дома вот эти стандартные, квадратные, страшные, двухметровые заборы. Как бы не хотелось бы жить в таком либо коттеджном поселке, либо какой-то станице, хотелось бы уже развивать более такое современный поселок, коммуницировать там со всеми, строить какие-то проекты, что-то развивать, какие-то бизнесы, может быть, даже офлайн и так далее. Кто-то вот в комментариях писал, рекомендовал, куда съездить, какие места посмотреть. Я вот спрашивал, может быть, они знают, но
пока ничего такого не посоветовали. Поэтому, если вы знаете какие-то места, какие-то развивающиеся поселения, к которым можно присоединиться и вместе развиваться, то обязательно пишите, очень поможете нам с этим выбором. А вот, у нас такая цель на 2020 год – это уже найти землю и начать, хотя бы начать строить дом. Не знаю, насколько мы успеем его построить. Тоже такой вопрос, ну, с выбором, во-первых, какой дом строить, там, как его строить, потому что мы никогда не жили там в своем доме, всегда жили в квартирах, и очень много вопросов, и это у нас будет первый опыт строительства. Хочу сначала построить небольшой гостевой домик, чтобы и по вложениям было там не слишком затратно, и чтобы его быстро построить и уже переехать на постоянное проживание на свою землю. Потому что туда-сюда мотаться в Краснодар довольно затратно по времени. Скоро у нас уже родится ребенок, и как бы жить в однушке не очень комфортно. И хотелось бы уже заехать в дом, ну хотя бы там квадратов 60-80. Вот. А далее уже жить в доме и развивать территорию вокруг, строить там баню, гараж, какие-то беседки и так далее. Это получается четвертый этап. И пятый этап – это уже начать строить офис для того, чтобы собирать команду сотрудников, с кем мы будем там развивать какие-то онлайн-проекты, может быть, офлайн-проекты, строить какие-то различные бизнесы и так далее. Идей вообще очень много. Я сам уже шестой год строю бизнес в интернете, работаю удаленно, и как бы мне большой город не нужен, чтобы зарабатывать деньги, достаточно там интернета. Вот. И эти проекты могут обеспечить там людей, которые будут жить в поселке вокруг. Развивать вот эти проекты, строить, получается, офис, строить какие-то объекты, ну, может быть, каким-то там сельским хозяйством займемся, производством, пока что... Об этом пока рано. Сейчас надо развить вот сам журнал в своем доме. Мы развиваем сайт, выводим его на доход. Может быть, начнем запускать там различные YouTube-каналы по той же кулинарной тематике и так далее. Сельскохозяйственной какой-то тематике, строительству, ремонту, строительству домов. И шестой глобальный этап – это уже развитие этого самого поселка. То есть благоустройство этого поселка, строительство каких-то уже более крупных социальных объектов и так далее. Вот, это вкратце о том, что я планирую рассказывать у себя на канале. Если есть у вас какие-то вопросы или можете что-то порекомендовать в этом направлении, то обязательно пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Можете поставить лайк, это будет мне отметка, чтобы дальше снимать видео. Всех поздравляю с наступающим 2020 годом и увидимся уже в следующем году.